советом искать новую работу. У меня есть план. Дай мне немного времени. Привет, паук. Все чаще вспоминаю о тебе. Нам было хорошо вместе, правда? Может, вновь разжечь эту страсть? Черная кошка. Неужели она вышла на поиски добычи? Она же обещала начать новую жизнь. Что ей тут приглянулось? Что вызывает подозрение? Она хочет, чтобы я что... Вот! Один из ее котов. Она встраивает в них усилители сигнала для перехвата радиочастот. Пусть Юрий заберет его. Фелиция слишком умна, чтобы так рисковать собой. Должна быть какая-то причина. Стоит быть начеку. Дэвис, вы заслужили знак уважения от Джея Джона Джейсона. Я кивнул. Еще камера. Наверное, черной кошки. Ты ревнуешь меня к другому парню? Надеюсь, да. Но ты должен знать, что я не люблю мерзавцев. Зачем тебе это, Фелиция? Ты же знаешь, что я поймаю тебя. Еще камера. Очень похожа на кошкину вещь. О, бедный паук. Я знаю, что ты разочарован моим поведением. Но никому же не нравятся идеалы. Тут продают дорогие вина. Эти камеры не из дешевых. Если Фелиции нужны деньги, откуда такая расточительность? Люблю, когда ты гоняешься за мной. Однажды я позволю тебя поймать, но не сегодня. Вот оно! Черная кошка любит играть с людьми. Я скажу вам, потому что когда для их починки высылают спецработников, полиция... Черная кошка была тут. Она сама делала это, когда я поймал ее в первый раз. Или она меня? Это не может быть просто флиртом. Есть же приложение для знакомства. Она что-то задумала. Еще один кот. Тайстоун тут хозяин. И здесь много бесценного искусства. Фелиция считает, что играет со мной. Но я уже кое-что понял о ее задумке. Кажется, это дом известного юриста. Она без дела не сидит. Но я догоню. Кого она будет грабить следующим? Вот оно. Дом Корнелиуса Ван Ланта. Она охотится. Снова упустил. Ты сейчас гадаешь, зачем я вернулась в игру? Без всего этого жить было скучно. Моя цель 50 миллионов. Приятное круглое число, правда? Но если ты поймаешь меня, прежде чем я ее достиг... Фелиция близка к цели. Надо помешать ей. И быстро. В этом районе много финансистов. Есть где поживиться. Привет, кошка. Ей, очевидно, знакомы эти места. И... Фелиция управляет этой погоней. Но это поможет мне ее найти. Если проследить, как она выбирала места преступлений, я смогу вычислить, откуда она начала.
Вот оно! Я не успел перехватить ее здесь. Дать устав? Конечно, но и он тоже знает, что... Фелиция близка к цели. А мне нужно еще сузить район поисков. Пора за дело. Важны все точки на карте. Жертвы краж, их адреса... Еще один код. Кажется, тут живет Лонсом Пинки. Текс. Черт. В этой галерее выставлен... Тоннель свободы. Пока не появился пир, он был пристанищем для бездомных. Есть. Похоже, тут все, что она украла. Но не финансовые данные на семьи Маджии. Она хочет их шантажировать? Что это? Паук, ты прибежал сюда, чтобы поймать меня? Ты такой милый и симпатичный. Поэтому я приготовила для тебя кое-что лесное. Потому что я могу. Это все не могло быть просто игрой. Или...